Лодка – это транспортное средство, которое плавает на поверхности воды. Есть много типов лодок – от небольших грибных до очень больших кораблей, которые могут перевозить людей и вещи из одного места в другое. Давайте строить лодку! Двигатель. Машинное отделение. Кабина – место, где люди спят на корабле. Колесо. Мостик. Это место, где капитан управляет движением корабля. Трюм – место, где хранится груз. Давайте есть! Камбуз – это кухня корабля. Это место, где готовится еда. Кран – балка. Грибная – шлюпка. На палубе. Руль. Вы построили корабль. На палубе. Давайте есть!